С тем, как идет реставрация здания усадьбы Апанаевых в Старо-Татарской Слободе, ознакомился сегодня мэр Казани. Там буквально перебирают каждое бревнышко. Для восстановления используют дерево из разобранных зданий на улице Московская. После реконструкции в дом вернут фотографии, предметы быта, принадлежащие семье. В двухэтажном каменном особняке усадьбы на улице Софьян 5 скоро установят окна и подадут тепло. Дом Апанаевых, будучи домом, который является знаком Старо-Татарской Слободы, надо показать в идеальном состоянии, как правильно и реставрация проходит, и сроки, и согласование.